показать, как убирают пляж. Я, честно говоря, первый раз так вижу. Я знаю, что все чистенько, все. Вот они на такой машинке едут. Вон мужчинка палочкой такой достает мусор, складывает ведерочко. И только что я видела, как он нашел бутылку пластиковую, полную песка. И вот он стоял 5 минут. 5 минут выколачивал этот песок. Он бил этим песком, этой бутылкой по колесу машины. Чаечки можно между вами пройти? Извините. Извините, я хочу снять. Все-таки процесс уборки пляжа. Я только что подошла к мусорнику и выбросила этот мусор, который закрасила его. Они получают минимум $10 в час. Это минимум. И вот об этом нужно судить. Все, они поехали по пляжу, собирают мусор. Здесь еще бригады ходят, собирают, очищают пляж от травы морской. Вот трава морская. Вот каждый день ее, каждый день пляжики подчищают. Тоже прямо, я видела, ходят большими мешками. И в эти мешки собирают типа грабельками вот эту всю траву. Вот это сегодня уже. Сегодня уже нанесло вот только травки. Мелочи, конечно. Это характеризует. У дяденьки такой интересный стульчик. Раз сел, раз лег. Классно. I like your chair. Я бы сказала, мне нравится твой стул. Говорит, спасибо, улыбнулся мне, повесил рот. Вот так вот. Все.